Помимо назначения выборов депутатов 5-го созыва, действующий состав рассмотрел еще 16 вопросов. На повестке дня внесение изменений в несколько решений городского собрания. В части передачи и предоставления нежилых помещений, а также утверждение положения о городском управлении по вопросам семьи и детства в связи с новыми функциями выплаты средств детям-сиротам. Депутаты также приняли решение о передаче медицинских кабинетов и мобильных медблоков дошкольных образовательных учреждений в пользование управления здравоохранения. Для их полной укомплектованности потребуется выделить около 5 миллионов рублей из городского бюджета. Но основным моментом в ходе сессии стало принятие изменений в правилах землепользования и застройки и выделение 4 участков в Кудепсе и Адлерском районе многодетным семьям. Они будут предоставлены очередникам в течение 2 месяцев. Остались технические вопросы, то есть до оформления документации проектной и уже непосредственно в МФЦ. По очереди, которая там есть, люди получат данный участок. Я считаю, что это решение важное и для города, и для этих людей. На проработке у депутатов вопрос по выделению земельного участка многодетным семьям в районе Кудепсте, на том месте, где ранее планировалось возвести ТЭЦ. Подробно эту тему будут обсуждать уже депутаты нового созыва. До выборов действующие избранники встретятся на сессии еще дважды. 15 июля и в начале августа перед уходом на каникулы.